Последний день уходящего года будет нерабочим для тысяч жителей, но только в 5 регионах России. 31 декабря станет выходным в Крыму, Томской, Кировской областях, на Ставрополье и в Псковской области. Для всех остальных канун Нового года пока остается рабочим, но сокращенным днем. Уйти можно будет на час раньше. Насколько эффективен труд в последний день уходящего года и что по этому поводу думают веричане, выяснила наша съемочная группа. В этом году 31 декабря выпадает на вторник, соответственно, день рабочий. Но, по мнению многих, это чистая формальность. Как правило, люди 31 числа на работе занимаются чем? Приходят, если нужно, если не взял отгул в счет отпуска или за свой счет. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник. Как вы вообще считаете, эффективно работать 31 декабря? Нет. Настрой уже другой у людей совершенно. Предпраздничное настроение. Это уже аксиома. Все. Это не подлежит доказательству. Вообще неэффективно. Ты думаешь только о том, что так, поскорее бы, сколько там? Все, все, сейчас уже скоро домой. Малоэффективно. Все думают о встрече Нового года. Я думаю, что вряд ли это как бы сказывается положительно на работе. Это мое такое мнение. Я считаю, что зависит от самого человека. Если хочет он работать, он будет эффективен всегда. Не надо работать, надо отдыхать уже. Ну что вы, какое сомнение? Депутаты Госдумы отметили, что у региональных властей есть полномочия принимать решения на своей территории самостоятельно. Будет ли 31 декабря рабочим днем или нет? Первым эту тенденцию задал губернатор Томской области Сергей Жвачкин 18 ноября. Он признался, что принял это решение ради женщин. На сегодняшний день уже 5 губернаторов приняли решение, чтобы последний день уходящего года сделать выходным. 9 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников спросил своих подписчиков в Инстаграм, надо ли делать 31 декабря выходным днем, и, получив 92% положительных голосов, издал соответствующее распоряжение. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к наступающему новому 2020 году. В Кремле, в свою очередь, заявили о невозможности изменить уже утвержденный правительством производственный календарь. В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, так как 30 и 31 декабря выпадают на будни. Январские каникулы сократились на 2 дня ровно.